Библиотека семейного чтения имени Еремея Айпина в Унъюгане обретет новую жизнь. Она располагается в ветхом помещении. Сельчане, чтобы спасти библиотеку, предложили выкупить помещение в торговом центре «Олимп» для размещения книгохранилища. Идею одобрила губернатор Югры, а во время рабочего визита в муниципалитет Наталья Комарова проверила, как идут работы. В марте этого года проекту дали жизнь. По программе сотрудничества выделили больше 18 миллионов рублей. Сейчас все готово к переезду. До 1 сентября планируется обустройство и переезд в новое помещение площадью больше 300 квадратных метров. Здесь будет работать несколько залов, детский абонемент, краеведение, а также музей, посвященный Великой Отечественной войне. Он станет более просторным и светлым, а самое главное, отдельным помещением по сравнению со старой библиотекой. Там мы планируем уголок для общения, для игр, для мероприятий. Там будет стоять аквариум с декоративными рыбками, детская мебель, красивые книжные стеллажи. И я думаю, что это будет наиболее благоприятным фоном для наших самых маленьких читателей, которых насчитывается более 500 человек в нашей библиотеке.